Но мы слушаем голос знакомый, мы понять не могли. Знаешь, так хочется жить. Геннадий – это вспышка. Все весело на одном дыхании. Я так кайфовал, прям блаженство было какое-то. А он был в ярко-розовом костюме. Вы лепите свою галаты. Ты знаешь, я повзрослел в один день. Два медведя в одной берлоге не уживутся. Сила женщины в ее слабость. Дружба-то наука. Здравствуйте. Если вы не видели наших гостей, то вы точно их слышали. Хит «Знаешь, так хочется жить» сделал исполнителя гиперпопулярным. Сегодня у нас в гостях Геннадий Селезнев и его супруга и одновременно коллега Ольга. Добрый день. Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили нас в гости. Группа «Рождество» перед вами. Геннадий, расскажите, пожалуйста, историю вашего знакомства с супругой. С Оленькой. Ну, у нас все воля Божья. Это было 6 марта. Три года назад. Это у нас был благотворительный концерт в военном госпитале авиации, по-моему, да? Да. Да, нас туда пригласил общезнакомый. Есть такой замечательный мой коллега, музыкант Андрей Алексин. Вот, он мне позвонил, говорит, Ген, надо поехать там. Сделай приятное. Я говорю, конечно, поедем. Там встречаю ее со спины, кстати. Я даже лица ее не видел. Его покорило мое серебряное платье, как он сказал. Она просто мимо прошла, да. Ну, это энергетика была, скорее всего. А он был в ярко-розовом костюме, в безумно розовом костюме. Да, я... Чем тоже меня очень удивило. Да. И, в общем, там мы познакомились, но Ольга, она не знала про мое творчество. Вообще, ее мама знала больше про мое творчество, скажем так, да. Потому что... Оленька, она сама вокалист, очень пела хорошая. Пела в оркестре. Она пела в оркестре. Серьезно. Росгвардии. Я ее оттуда это... Украл. Украл, да. Ну вот мы расписались в прошлом году в Лазаревском, потом венчались. Вот. Первый раз в своей жизни. Все весело на одном дыхании. А сейчас Ольга стала вашей коллегой, как я понимаю. Не, ну она сразу стала. У нее первое выступление было тоже благотворительный концерт. Мы выступали в Тверской области в зоне особого режима для заключенных. Я маме стеснялась сказать. Она маме боялась сказать, куда едет первый концерт. Ну, разные же бывают благотворительные для везде люди. А у меня как раз было приглашение, есть следственный изолятор там в Тверской области, да, и, в общем, мы давно там вели переговоры, день открытых дверей сделали, чтобы приехали родители, ну, осужденных, да. И вот как раз она попадает туда. Потому что у меня были свои гастроли и за рубежом, и по России, и у Гены много своих гастролей. И он говорит, будем ездить везде вместе. Я говорю, а что я буду делать в твоем творчестве? Он говорит, придумаем. Вот. Поэтому так вот не хотели расставаться просто. А у вас случаются творческие споры? Обязательно. Ну, они не такие продолжительные, да, потому что я, наверное... Без драк. А как вы находите компромиссы? Я, наверное, свою долю. Не, ну, просто момент какой, да, истина, она есть истина, да. Пускай правда для каждого своя, но в творческом моменте оно должно быть она только одна. Да. Во-первых, Геннадий главный все равно, вот, он принимает решение. Или мы соглашаемся, я вижу свою как бы историю, свою картинку, когда сочиняю, да, Ольга свою, но... Она даже правильно делает, да, потому что я говорю, как спеть, я это чувствую, я это вижу, если мы мое произведение поем. То, что поем, я делаю, ему нравится. Да, она профессионал, да, поэтому мне, как, я говорю, ты умеешь лепиться, это здорово. Ну, что значит лепиться? Ну, это, знаете, вот когда я пришел в 36 лет в кино сниматься, да, у меня тоже такая, ну, мне мотало по жизни. И вот я помню один режиссер, он говорит, ну, с тобой тяжело, да, потому что ты уже не лепишься, да, ты уже свой стержень, своя харизма, ты уже сам готов здесь всех учить, как что, да. И вот это вот выражение я очень хорошо заметил, да, лепится человек или не лепится, да, поэтому... Вы лепите свою Галатею. Да, вот да. Вот он взялся меня лепить. Вы не возражаете? Я не учу ее, допустим, петь, то, что она поет, там, великую классику, великих мастеров, да. Я сам там, раскрыв рот, на нее смотрю. Да. Все ваши песни, они созданы благодаря вашему жизненному опыту или все-таки есть какой-то художественный вымысел? Большая часть – это пережитый материал, скажем так, мной лично, или это зарисовки тех моих друзей, которые я слушаю историю.
Ну, в каких-то местах есть вымысел, но это мало. Вымысла мало. В основном то, что пережил или увидел. Тогда расскажите, пожалуйста, историю создания вашего хита «Знаешь, так хочется жить». Ну, такая трагическая была тема моей жизни, да, потому что, ну, так сложилось, бывают такие моменты, да. То есть это практически 3 года, и каждый год похороны были, да. То есть сначала мы с мамой боролись за жизнь ее мужчины, ну, мой отчим был, да. Он ушел от рака, потом ее младший брат, и уже когда я думал, что мы как-то здесь заживем. Мама меня как-то тоже один раз обрадовала, что, говорит, сынок, у меня тоже, говорит, рак, и, в общем, я боролся уже за ее жизнь. Вот, и как-то мы ехали в машине, ну, вопрос, как себя чувствуешь, да, мама сказала, ты знаешь, так хочется жить. Ну, а дальше уже все самое пришло. Я начал стихи сочинять где-то 43 года. Вот. Пел-то я с детства, с табуретки с 5-летней, а вот стихи начал писать 43 года, именно в тот момент, как раз, когда все это тут началось в моей семье. Вот, а уже где-то в 45 вышел на сцену. Ну, в двух словах так, коротенько. Поэтому все из жизни. Скажите, как вы считаете, возможно ли до конца смириться с уходом своих близких? Ой, вы знаете, вопрос сложный, да. Я думаю, что смириться, скорее всего, нельзя, но нельзя постоянно унывать. Иначе мы их не души будем здесь мотать и не дадим им никак туда уйти, в тот мир. Поэтому погоревать можно, но надо отпустить и жить дальше, прекрасно понимая, что на тонком миру, на тонких нитях мы обязательно общаемся, я это всегда чувствую. Вот. А если постоянно ходить и убиваться этим горем, то есть мы будем и близкого человека тут мотать, и самого себя разбивать. Поэтому забывать нельзя, я считаю, да. Вот. Но мое мнение такое. Потому что мы люди, да, у меня даже вот я собачник, да, и мне собаки имеют, к сожалению, такой момент погибать, да, то есть они живут. Я вот очень рад был, если собаки как гуси жили по 40 лет, да. Но они, к сожалению, 12-15 лет. И вот у меня бывает момент такой, у меня лабрадор был, в 10 лет, ну, погиб, да, и очень сильно переживал. И один мне взрослый мой друг сказал, говорит, не очеловечивай скотину, да. Попереживай, но отпусти, да. Вот поэтому, как бы, ну, примеры такие, это не к человеку вообще. Мы просто люди, мы за все за это переживаем, да. Поэтому, ну, надо находить в себе силы. Такая история. Скажите, пожалуйста, у вас не так давно произошли изменения в группе. Расскажите подробнее об этом, пожалуйста. Ну, подробнее чего рассказывать, Ирина, да. В группе постоянно происходят какие-то моменты, да. И с самого рождения было различные музыканты были, да. Кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то с чем-то не согласен, да. И здесь такой момент, что еще и пандемия подошла к этому моменту, нас всех посадили, как бы, да, по квартирам, вот, и это все сыграло, ну, как бы, ну, в одну кучу, скажем так, да, так как я считаю себя вождем в том, что я делаю, да, а вождь – это человек, который находит средства, который ведет этот локомотив, да, поэтому, кто со мной не согласен, я считаю, лучше мирно занимайтесь своими вещами, я вас не дергаю, да, вы меня не трогаете, поэтому так мирно расстались. Музыканты есть, они на сегодняшний день музыканты есть, которые просто знают, что им нужно сыграть. Вот, они отрепетированы, сидят, если нужно будет куда-то, ну, поехать всем коллективам, то сейчас намного проще, да, почему? Потому что они конкретно знают то, что им нужно играть, а не учить меня жизни и тому подобное, да, поэтому мне так проще. Вот, всем большое уважение, большое за все спасибо, то есть я всех люблю и уважаю. А там уже, ну, в общем, вот так. Сейчас зачастую героями считают людей из шоу-бизнеса. А для вас настоящие герои кто они? Вот мы недавно были на одном мероприятии с любимой, да, это был День медицинских сестер. Благотворительная тема наших друзей, мы туда приезжали. И вот у них есть такой гимн свой, да, и в этом гимне есть слова, что для медицинской сестры нет чужого горя, нет чужой беды. Я считаю, что герои – это те, кто в данный момент, в данную секунду
может быть, завтра, да, делают что-то такое, не думая о себе, думая о близком, вот, чтобы всем от этого было легче и лучше. Геннадий, а что для вас значит слово «любовь»? О, ответственность в первую очередь, вот, и в то же время вера, надежда. Для меня любовь и Бог – это неразделимые моменты, да, поэтому здесь все, и страх Господень, и ответственность, и Божья благодать, и награда – это все, да, потому что в молодые годы, когда ты молод, любовь – это одно, да, это вот, когда ты более уже взрослый, более зрелый, тебя жизнь побила, пощипала такой, да, ты уже к этому относишься немножко по-другому. Я знаю то, что одно без этого тяжело, если этого нет, то, ну, у меня даже где-то вот строчки есть, я сейчас не помню, да, из одного стихотворения. «Все мы бродим по планете с рюкзаком мирских хлопот, но в любовь на этом свете каждый верит, каждый ждет. В любви свои дороги, мы штрихи в ее судьбе, из ее волшебной плоти ищем спутника себе». Ольга, а для вас что такое любовь? Скажи, это я. Конечно, это Геннадий. С возрастом больше понимаешь... Это понятие, это чувство, любовь. Конечно, это далеко от влюбленности. Влюбленность – это когда только первые встречи, да? А любовь – это когда ты принимаешь человека таким, какой он есть, готов ради него меняться в чем-то, терпеть, потому что мы не всегда идеальны каждый день. Мы в один день мы веселые и добрые, а когда-то у нас... всплеск эмоций, бывают и негативные эмоции, конечно. Жизнь бьет с разных сторон. Вот. И нужно умение терпеть друг друга и делать так, чтобы человеку было хорошо. И тебе от этого хорошо становится. А, Ольга, скажите, пожалуйста, какие аспекты вот, в мужчине трудно вам понять? Ну, как женщине. Я думаю, что не надо понимать мужчину. Просто его надо любить таким, какой он есть. И понять сложно, потому что мужчины с одной планеты, все знают, женщины с другой планеты. Но они такие, вот какие есть. Не надо стараться что-то там ковырять, понимать, как-то там. Ну, трудно понять, бывает местами. В определенных ситуациях женщины по-другому поступают. Ну, например, Ну, я, например, в разные ситуации больше воспринимаю спокойно. Пробки на дорогах, какие-то сложности, какие-то переговоры сложные, звонки. Геннадий нет, Геннадий — это вспышка. Он бурно реагирует на все, машет руками, кричит, почему дороги такие, почему светофоры не такие, почему люди так едут неправильно. Я сижу спокойно, чего нервничать, все равно же это не поменяет ситуацию. Но пока вот он не выговорится... Ну, я выговорился, мне стало легче. Да. Ну, вот моя задача все выслушивать, потому что мы 24 часа вместе. Принимаю, как есть. Тогда такой же вопрос, Геннадий. Какие аспекты в женщине трудно понять мужчине? О, понимать, ну, я не знаю, как правильно ответить. Мне кажется, знаете, сила женщины в ее слабости. Поэтому для меня, я прекрасно понимаю, что она рулит, вроде все в квартире, да, но она прекрасно должна жить и знать, что я та спина и та стена, которая, ну, за которой она как за каменной, да, вот. Что бы там ни было, она полностью, да, что она может на меня где-то там не соглашаться, что-то, да, но она знает, это и мужчина, он примет решение, он найдет выход, поэтому... Вот, и когда я это знаю, что она вроде сильная, но все равно я знаю, что это слабенькая, да. Вот, поэтому как-то вот так вот у меня складывается. Вы сказали, что она рулит, а вот кто ответственен за распределение бюджета в вашей семье? Мы вчера на этот вопрос говорили, у нас нет бюджета, у нас есть касса. Так кто главный? Да у нас как бы нет главных, есть общие задачи, да, они вон, если есть что складывать, они лежат у нас, да. У нас траты, они, ну, как бы сказать, все время обоюдные, да, то есть надо или где-то что-то купить, или кому-то что-то помочь перевести, или что-то еще, тогда поэтому там просто, Оль, перекинь туда, или там, Ген, туда шеверни, там, вот, в общем, вот так вот, да, как-то ведем.
Ну, иногда она мне говорит, что ты должен откладывать. Я говорю, ну, хорошо, если будет следующий там, гонорар, я отложу. Пока следующий гонорар пришел, уже здесь потратилось. Да? Вот, и очень здорово, да, потому что я у Господа Бога прошу себе не, ну, как бы не слабую ношу, а сильную спину. Да? Вот, поэтому, когда мне говорят, там еще, там, знаешь, как бы пример, да, вот эта дорогая машина, там она заправляет дорого, и я говорю, надо стараться жить, чтобы не думать об этом, а просто, чтобы было ее заправлять на что. А если нет, значит, надо купить велосипед. Вот, поэтому ездили мы там, была возможность там, на более дорогой машине, да, ну, чуть-чуть пришла, ну, не основной, ну, взяли подешевле, да, поэтому как-то вот так, скажем, да. То есть для нас, понятно, что мы не какие-то там альтруисты, для нас тоже вот эти денежные знаки важны, да, но все равно это не тот пик, на который мы стремимся. Да, я и дочку свою все время учу. Для меня деньги – это лопата, средство для достижения более другой цели, да, но не сама цель. Поэтому у нас, слава Богу, с этим вопросом как-то вот обоюдно повезло. А может ли женщина одна воспитать правильно мальчика? И наоборот, мужчина один девочку? Ну, я не знаю, правильно я воспитан или нет. Ну, меня мама воспитала вместе с бабушкой, скажем так, ну, без отца. Это их дела, я их не осуждаю. Она с ним развелась, когда мне было 8 месяцев. Очень маленький, да? Ну, хорошо воспитала. Ну, как бы, что выросло, то выросло, да. Наверное, может, и мужчина также может воспитать. У меня есть пример, я знаю, у меня есть товарищ, он двоих детей воспитывает, один, да, у него трагедия сложилась, там супруга погибла, и у него замечательные дети выросли. Вот. Сейчас он вот, они выросли, им стало больше, там, даже Никите 20, да, теперь он хочет жениться. То есть вот дети выросли, он их, они закончили там институт, по-моему, даже, да, говорят, теперь я готов жениться, да, чтобы вот папа был для них вот так. Поэтому, ну, это грустно, да, семья должна быть полной все равно, да. А, Ольга, а что вы думаете по этому поводу? Может, ну, по поводу воспитания? Я полностью согласна с Геннадием. Главное, чтобы этот родитель, который воспитывает ребенка, если один, старался уделять максимальное количество времени на беседы, интересовался своим ребенком, да, чем он занят, его мысли. Потому что, конечно, на плечи такого родителя ложится большой груз, да, зарабатывать деньги, много времени уделять работе. Вот. Ну, возможно, таких примеров много. Вот один перед вами. Да. Геннадий, все-таки расскажите, пожалуйста, про историю, связанную с девушкой Машей, которой вы посвятили песню. Маша, есть такая девушка Маша, да, из города Дмитрово. Ну, вообще-то с нее все и началось, начнем с этого. Да, я в то время в такси работал. Это была моя клиентка, да, в общем, мы познакомились. И я ее возил, забирал из города Дмитров, привозил в Москву, а вечером назад, да, отвозил. Да, был случай, момент, когда я... Вот и был такой момент, когда мы понимали, что где-то мы на грани, да, и сейчас вот еще чуть-чуть, и может вспыхнуть. Понимаете, да? Я говорю, Маш, давай мы будем друзьями. Потому что два медведя в одной берлоге не уживутся. Да? Сейчас мы месяц с тобой побудем, нам будет хорошо. А через месяц потом мы начнем гавкать. А вот друзьями, если мы правильно все поймем, мы можем остаться на всю жизнь. Вот. Ну, может быть, я обидел этими словами, потому что как бы, все-таки я так почувствовал, что какая-то, может быть, девичья искра, там чувства какое-то были. Да? А я так вот это все... Да? Я считаю, что я был прав. И она теперь так считает. Вот. Но был момент, она заболела, потом простудилась, и она, ну, легла в больницу. И я работал, и, ну, так, чтобы поддержать, как бы, да, свою подругу. Да. Я ей там четверостишие писал в больнице, да, все. Уже с ее будущим мужем. То есть я наблюдал их жизнь, да, с Алексеем, да, это ее муж. И когда она уже оттуда вышла из больницы, мы ее встречали вместе, все, там, слава Богу, человек выздоровел. Она мне говорит, напиши песню. Вот. Я говорю, да я никогда этого не делал. Она говорит, ну такие стихи вот, вроде. Я говорю, это не стихи, это четверостишки. Но все равно был как-то момент, я так, зерно мне залетело в голову. И вот потом я как-то, не помню, что там было, сорвался на море, короче, я уехал, да. Где-то в Крыму я был,
И как-то вот я ей в 5 утра звоню, там так немножко под шофе был, да, сидел с гитарой на берегу. И я в 5 утра, ну это кто? Я говорю, это Геннадий. Какой Геннадий? Я говорю, Маша, слушай. Я ей пою песню «Цветы несите подарены». И она такая там говорит, ой-ой-ой, все, говорит. И, в общем, она помогла мне записать финансово, кстати, да. Дай бог ей большое здоровье, Маша, тебе и твоим детям. Ну, такой толчок был, да, то есть я обратился еще к своим друзьям, потому что я в то время, ну, как бы не особо вообще даже не представлял и не думал, да. Но это вот случай, который привел меня в студию, к моим друзьям, домой, и мы записали песню «Цветы для Маши». И мы недавно познакомились с Машей, с ее мужем, они приезжали на концерт. Ну, на концерт, да, мы, как раз день рождения у меня был, да. Был день рождения, 19 марта я их пригласил, вот они приехали. Наконец-то мы все увиделись, мы многие годы, ну, давно не виделись, скажем так, да, потому что, ну, как бы, немножко. У всех жизнь разная, да, но здесь все увиделись, я прям на сцену вызвал, вот с нее все началось. Прекрасно. Скажите, есть ли у вас место силы, то место, в котором вы заряжаетесь? Вы знаете, я вам скажу, да, по-разному было, в разные годы по-разному, да. У меня были моменты, когда, ну, где-то в районе 30 лет, да, вот, у меня был в то время стопаршир, терьер, собака, да. Я на несколько часов убегал с ним в лес, да, и, в общем, у меня была такая пушка своя в лесу, да. На нее мало кто заходил, вот, и расположение всего там, да. Но я в то время прям с природой очень сильно общался, да. И вот именно там, да, все, вот было место, где я, ну, я занимался в то время спортом, такой прям был очень серьезный хлопчик, скажем, да. И я любил вот туда приходить, я, знаешь, прям настолько сильно уходил, общался с природой, что один раз даже собака меня вызывала, да. То есть я настолько сильно улетел, что... Слышу вой там сбоку, там, чувствую, что происходит. Все меняется, да, потом и пришел момент, я в 35 лет изучал Библию целый год с одной женщиной, по возможности собирались, да, и там по главе, по две, она мне разжевывала, расшифровывала. И это очень сильно на меня повлияло, да, и поэтому потом для меня такое место стало, это молитва. Потому что, ну, на самом деле, я сейчас не буду, это очень глубокая тема, да, вот, кто меня понимает, тот понимает, о чем я говорю. Молитва – это сочетание гласных, согласных букв, твоя по вере. В общем, это все работает, скажем так. И был какой-то момент, что для меня силы, наоборот, были или с моими друзьями, кто со мной в вере, да, мы друг друга понимаем, что мы делаем, да. Вот, в храм приходил, а... Ну, на сегодняшний момент, да, скажем так, годы идут, и немножко все как бы меняется, да. То есть для меня место силы – это мой дом. Съемный он, не съемный, лишь бы там была родная душа. Вы верите в судьбу или все-таки в Божий промысел? Ну, судьба, скорее всего, наверное, ну, не так, почему правильно сказано, да, потому что, ну, красивое слово. А вот Божий промысел, ну, это более правильно, я считаю, да. У меня есть одно такое стихотворение, Ульяна, очень нравится. «Не случайности случайных, кто живет, меня поймет. Нужно вовремя сорваться, чтобы попасть в водоворот. Где события по кругу сами скажут за себя, я из тех, кто верит в чудо. Если встретил я тебя, 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 что случилось, то пройдет, чтобы вновь идти вперед». От знамений нет спасения, мне сказал отец Арсений, что должно, то и придет. И вот где-то лет с 35 я в основном, вот, не в основном, а и живу именно вот такими постулатами, что я сказал один раз, Господь, возьми мою жизнь в свои руки и сделаю такой, какой я ее вижу, но сам я ее сделать не в состоянии, потому что я никто, я пыль. Только тебе я доверяю. И вот когда это пришло, мое сознание, да, Господь повел так, несмотря на те потери, которые были в моей семье, в один прекрасный момент я проснулся нужным людям. Знаменитый для меня это не так важно, а вот нужным людям. Ольга, вспомните самый романтичный поступок Геннадия. Много романтичных поступков он для меня совершает. Хотя запомнился, когда на радио «Шансон» в эфире он предложил мне
пожениться. Было такое. Конечно. Прилюдно. Да, прилюдно. В эфире прям. Было очень приятно. Он цветы иногда дарит внезапно. Особенно где-то мы друг друга, если недопоняли или... Ну, не сказать, что поругались. Ну, конечно, бывают моменты. Я начинаю пальцы загибать. Он уезжает на машине, приезжает с цветами. Собачку, да, подарил. Сказал, теперь у нас будет такой вот собачий сын. Зовут его Маэстро. Да. Удивляет он. А потом мне повезло, он же муж мой поэт. Поэтому стихи постоянно какие-то мне читает, что-то придумывает, садится с гитарой в лоджии. Говорит, иди скорее, я что-то новое придумал. Тут я просто купаюсь в романтике, если честно. Но понятно, что это не каждый день, это невозможно, потому что разные дела, поездки, встречи с людьми. Но романтики достаточно. Но со временем не становится романтики меньше? Нет. Ну, у нас нет. И я желаю всем, чтобы у всех. Я думаю, что это сохраняет как раз вот эту влюбленность первую, вот эта романтика, когда присутствует у людей. Не нужно об этом забывать и думать, а, это все было, все, добились всего, поженились, и пошло, поехало, каждый что-то делает. Пандемия, когда началась, и вроде всех, я говорю, ну, все, сидеть дома, там, повязки. Я говорю, любимая, для меня это звонок, движение, мы уезжаем. И вперед, друзья. По городам. По городам. Но вы с гитарой путешествовали? Да. Да, с гитарой, с собачкой. С гитарой, с собакой, полный джип вещей. И я всем хочу от Ольги, от себя лично сказать, всем нашим друзьям, которые, ну, прекрасно знают, о ком я говорю, большое всем спасибо. Здоровья, любви им, да, потому что мы дома практически не были. Были у наших друзей, которые в состоянии принимать, которые имеют возможность поделиться, да, и мы уезжали там месяц там. Романтика. Да, вообще. Геннадий, вот не секрет, что у каждого человека есть набор негативных каких-то эмоций. Какие негативные эмоции вам доставляют больше всего проблем? Непонимание, скорее всего, наверное, вранье. Да, поэтому вот насчет романтизма, вот только забыл сказать, первое, что мы договорились, я говорю, когда еще только мы встретились, я говорю, как считаешь, самое первое, да, я говорю, в чем счастье, я говорю, залог, да, я говорю, влюбленных людей, да, и она сказала то, о чем я говорю, главное не врать, поэтому это основное. Когда ты для себя это четко понимаешь. Ну, и как все мужчины, конечно, да, извини еще раз, да, момент какой, когда ты вот говорят, да вот он, там вот, не сдержанный. Ну, понимаете, когда мужчина взрослый, да, когда он сказал один раз, он сказал второй раз, он сказал третий раз, но его не слышат. Вот тогда действительно собак спускаешь, и после этого вы будете говорить, что мы такие. И после этого за цветами. То есть вот этот момент, да, конечно, ну, надо вот слышать понимание, да. Конечно, когда тебя не слышат, ну, вот это начинается уже, да. Ну, все равно, да, ну, что там. Самое главное уметь признавать, гасить. Прощать. Неважно, прав ты или не прав, женщина всегда права. Поэтому вот это надо принимать. Ура! При свидетелях. А как вы относитесь к критике? Если критикует человек, который в каком-то вопросе разбирается, да, к примеру, и критикует, то я с большой радостью, мы с Ольгой его выслушаем, да, что-то, может быть, примем, что-то нет. А когда человек в этом каком-то вопросе вообще ничего не понимает и начинает тебя в чем-то критиковать, я говорю, а что ты вообще учить? Сделал, да, вот что ты конкретно сделал? И зачем ты мне там, в этих комментариях пишешь то, что в глаза мне никогда не скажешь? Потому что просто побоишься. А если нет, то приезжай. Вот поэтому критику мы принимаем с большой радостью, еще раз говорю, если человек критикует и понимает, о чем он говорит. Вот. А просто кричать, лишь бы пошуметь, да, там, ну, я считаю, что это балаболство какое-то. Насколько изменился ваш внутренний мир, насколько сильно с возрастом? Да, у нас, скорее всего, картинка вокруг меняется, да, вот мы сейчас где находимся, здесь раньше был завод какой, да, сейчас смотри, какое красивое место, да, лофы. Меняемся, скорее всего, наверное, не мы, меняется вот вокруг нас, да? Потому что я уверен, что любой мужчина, даже взрослый, где-то в душе пацан,
все равно в своих поступках, может, в каких-то фантазиях, может, он не признается, но все равно. Поэтому, еще раз говорю, меняется мир вокруг тебя, меняется ответственность, которая в тебе сидит, да. Потому что, когда ты был молод, там были живы твои родители, ты для них всегда ребенок, да. Вот у меня есть друзья, им по 50 лет, но если их не родители живы, слава богу, да они дети для них, вот. Хотя уже добились там всего. Вот. А когда бах, вот у меня был момент, когда там мама не стала, и я вот сижу своей дочери, я говорю, ты знаешь, я повзрослел в один день, вот мне было сколько там, 45 лет, да. Теперь от меня зависит, что вы будете есть, что ты будешь носить, да, вот все, бах. То есть чем больше у тебя ответственности, тогда твой мир меняется, скажем. Но все равно я в душе где-то мальчик. Ребенок. Ребенок. Самый настоящий и он ребенок. И похулиганить люблю, и пофантазировать люблю, и вообще все. А какие важные законы жизни вы бы хотели понять значительно раньше? Ой, даже не знаю, как ответить на этот вопрос, Ирина, да, потому что вот маленький когда был, да, там дедушка, бабушка были живы, они там садились, а мы там в то время, да ладно, что ты меня учишь, да ладно. Прошли годы, когда, да, и вот уже ты раз такой взрослый, да, говоришь, а если бы я все-таки вот прислушался тогда, да, наверное, все по-другому было, но тогда бы я не наступил на все эти грабли, которые так мне жизнь учтиво разложила, да, а это же все те синяки, которые ты на своей шкуре, поэтому все, наверное, хорошо в свое время, скажем так. Ну, самое главное, конечно, выводы делать правильно. А это не всегда получается. А какие основные принципы вашего воспитания? Ну, и давно это было, когда меня воспитывали, да. Я большей частью вырос на улице, скажем так, среди ребят. Потому что, ну, это подмосковный город, рабочая семья. И я когда со школы приходил, там бабушку, дедушку спрашивают, баб, что надо там в магазин? Ну, понятно, да, сбегай, принеси то, все, я там сделал, все, я свободен, да, ты свободен. И там у тебя улица, а улица это уже совершенно другое, да, и там много всего было, и горести, и радости, и предательства, ты все это вот перемалываешь, познаешь, растешь, да, поэтому мое воспитание, ну, мне повезло, у меня замечательные друзья, кто-то жив, кто-то нет, но они были старше меня, там на 4, на 5 лет, да, и поэтому мне как-то было легче. С одной стороны, там, где я ступился, вовремя подсказали, так не делай. То есть так не должно быть, да. Поэтому у меня такое воспитание было, как сказать, прежде чем съесть кусок хлеба, должен спросить всех, другие кушали. Это первый момент. А второй момент такой, мой дед, царство ему небесное, дедушка Федя. Он мне когда-нибудь рассказал, старайся сегодня жить так, чтобы тебе завтра, бы вчера было смотреть не стыдно. Вот и все. И поэтому, конечно, по жизни, когда-то были ошибки, возможно, да, и что-то такое, ты потом в течение жизни за это переживаешь, что не доглядел, да. Поэтому самое главное иногда вернуться в ту точку, из которой все пошло не так, да, и по новой пойти. Тяжело, но иногда приходится это делать. А у вас много друзей? Знаете, вот разница есть. Товарищ и друг, да. Товарищей у меня очень много, я счастлив, да. У меня их прям вот. И друзей у меня много на самом деле. Но вот сказать друзей, которые прям за тебя вот. Что такое настоящий друг, да? Вот даже если ты не прав, но он при всех скажет, что ты прав. Потому что только настоящий друг потом отдельно тебе в сторону отведет и выскажет все, что считает нужным, но не при других. Вот такой друг настоящий, который против всех попрет, да? Я их по пальцам могу пересчитать, но они есть. И вот кому я могу среди ночи позвонить и сказать, мне надо, я слова нет, ты не услышишь. Я благодарен. И сам стараюсь таким же быть. Изменилось ли отношение друзей и знакомых к вам как, после того, когда вы стали знаменитым? Кто знал меня давно, скажем так, да, вот, ну, с ранних лет, да, они знали, что я там 10 лет уже с гитарой во дворе сидел, да, и которым вот
процессе жизни мы не особо расставались. То есть могли там не видеться год, но все равно, да? Они как-то нормально к этому отнеслись. А вот друзья, допустим, которые хорошие мои друзья, да, но они там не видели 5 лет, потом говорят, ничего себе, мы тут раз, у меня есть друзья, я так благодарен им, да, вот с кем я служил. Они 30 лет меня не видели. И благодаря телевидению, да, вот у Андрея Малахова недавно мы ходили, а тут бах, они находят Гена, но мы слушаем голос знакомый, мы понять не могли. И были даже девушки, да, которые, слушая по радио, они где-то там, говорят, внутри, мы говорим, что-то знакомое, да. Но когда они потом увидели лицо, они многие в шоке были. И скажем так, что ну, в основном, ну, все, да, они все рады за меня. То есть они говорят, а одноклассники мои вообще просто, я их так всех люблю. Они говорят, ну вот, смотри, говорит, наш, с нашей школы там. Помнишь, по платной дороге ехали? Да. Женщина оплату берет. Из подмосковного городка, и вдруг тебя, говорит, Гена, тебя все слушают. Да, я помню, у нас как-то, у нас там АБВ были, ну, выпуски, да, и как-то вот лет, наверное, 7 назад, я говорю, мы как-то собрались там у нас в Подмосковье, там в ресторане в одном. Я говорю, ребят, давайте концерт для вас. Они там все в шоке были просто. Вот, я так кайфовал, и прям блаженство было какое-то. Вот поэтому, ну, в основном соседи даже многие не так вот. Ну, это приятно. Но с другой стороны, я понимаю, что планка, которая взяла, да, то есть ниже, ну, никак, да. То есть надо стараться, честно все делать. Поэтому вот так. А в чем секрет добрых дружеских отношений и крепких? Вы знаете, разные моменты есть, да? Вот разные. И следовательно, к чему-то придерживаться, да? Ну, вот у меня дед очень мудрый человек был, да? Хоть простой работяга, да? И он один раз, я потом убеждался, да? Он говорит, никогда не проси у друга то, что он не может дать тебе, понимаешь? Это, говорит, тонкая грань. Вот он хороший, да, и вот он тебя любит, и ты его любишь, да. Тебе нужен миллион, ну да. Вот ты знаешь, что, ну, был бы он у него, он тебе бы дал, да. Но он может дать только 10 рублей, чтобы вот не жалко. А ты у него миллион попросил, ты его поставил в такое положение неправильное, да. То есть, ну, но он не может достать. Дружба-то наука, по большому счету. То есть это наука не предавать, наука быть грамотным, понимать, чем твой друг живет, да, что у него. Потому что вот у меня есть, допустим, товарищ один, да, и когда он делает какие-то поступки, ну, там, я могу сказать, ну, раз там он запил, например, да, там сорвался в какой-то момент. Да, можно что-то там гавкнуть на него, но я знаю проблему, которая у него есть, и которую далеко не каждый может эту проблему вынести, да, поэтому я понимаю его срыв. Вот это вот настоящая дружба, я считаю. Ты должен чувствовать своего друга, понимать это. Вопрос Ольги. Ольга, скажите, есть такое мнение, что мужская дружба крепче женской. Вы с этим согласны? Я полностью согласна с этим. 100%. Почему? Ну, женщины, мы такие, нам себя-то трудно понять, не то что свою подругу, например. Поэтому вот мой лучший друг – это мой муж. У вас нет подруг? У меня есть одна подруга. Ее тоже зовут Оля. Замечательная девушка, с которой мы в оркестре познакомились. Народница. 10 лет, да, народное пение. 10 лет мы дружим, но не больше. То есть вот она самый близкий мой друг из девушек. Ваша дружба крепкая, вы считаете? Я думаю, да. Во-первых, она меня никогда не критикует ни за что. Не завидует. Не завидует. Это очень тонкий момент, потому что среди девушек это есть такое... Да, кто лучше, лучше прическа, лучше выглядит, лучше одежда, потому что мы такие вот все-таки вот по мелочам. Я не говорю за всех, я говорю в большинстве. Вот. У нас как-то с ней сложилась дружба. Но я думаю, что если таких, такой подруги не оказывается у кого-то, да, близко, не надо. Не надо вот навязываться кому-то или близко кого-то подпускать к себе. Вот. Достаточно... семьи, я думаю, ну, так. Или значит, просто знакомых. Вы считаете, немножко. Что у Геннадия друзья более надежные? Мужчины, да, конечно. Они могут позвонить в любое время дня и ночи. И я всегда с пониманием могут, потому что они знают, я всегда возьму трубку. Настоящие друзья, да, они его очень любят. И знаете, Геннадий уникальный человек в том, что он очень легко и просто общается, одинаково ровно.
с любым, не знаю, охранником на улице просто вот какого-то объекта увидит, общается. И с олигархом, например, у него нет разницы, и он сам не меняется в общении. То есть он и тут одинаковый, и там одинаковый. То есть нет и ценит кумиров, людей, у него да, нет кумиров. Ценит людей не за деньги, а вот просто за то, что человек есть человек. И он будет для каждого, для любого делать очень много, если он почувствует, что он нужен. Вот. Ну, за это я его люблю. За доброту. Геннадий, а кем вы мечтали стать в детстве? Да никем. Не мечтали? Не, ну все, наверное, там маленькие, когда были, там и космонавтами хотели быть, и 5-10. Я, наверное, как бы немножко водителем хотел быть. Вообще мне петь хотелось, да, поэтому я как-то особо голову даже не ломал. Я, бабушка была жива в то время, я говорю, бабуль, когда она мне тоже говорит, ну ты кем, говорит, мечтаешь стать-то? Я говорю, я мечтаю стать хорошим человеком. Она говорит, тоже неплохо, говорит. Это во сколько лет вы сказали это? Лет 7 мне было, наверное. Но мечты сбылись. Вы были и есть водитель, да, вы за рулем. Да, да, да. Космонавтом только не стал. Да. Ну, артисты да. Нынче становятся космонавтами, да. Ну, кстати, я артистом быть не собирался. Вот, мне нравилось, да, был какой-то момент, ну, прямо так, чтобы... Потому что я не знаю нот, у меня нет музыкального образования, да. Так сложилось, да, я все это вот по слуху как-то вот так вот. Вот. И был момент, когда... У меня в 9, по-моему, 9 лет мне было, да, у меня 9 или 10, да. То есть, а в то же время, ну, мы же на улице, да, были шпана все-таки, да. И, конечно, мы, там, мама, дедушка, бабушка, они хотели немножко меня куда-то запихнуть, чтобы я хоть как-то был где-то что-то вот занят. И меня отвели на гитару. Вот я рассказывал, значит, в городе Дедовске. А в то время то ли гитар был большой дефицит, да я не понимаю, да, у нас там группа была, человек 15, пришли, нам дали балалайки и домбры. Я так что-то посидел, вот, а была гитара только одна, а я уже уроки на улице брал у более старших ребят, там, да, три блатных. Да, и как-то был момент, педагог, преподаватель, он вышел, а я гитару ее взял, у меня такой орфей, прям такая гитара, помню, была, и давай на этой гитаре там. И она как раз возвращается, она, ой-ой-ой, тебе здесь делать нечего. Я говорю, ну ладно, извините. Иду домой, ветер метет, я с этими нотами думаю, сейчас приду, моя мать просто эти ноты съесть заставит. Я пришел, говорю, мамуль, не получилось из меня музыкант. Вот она говорит, ну, значит, не твое. Вот, я говорю, ну, наверное, да. Я говорю, ну, ладно. Я любил рисовать еще, да. Вот рисовать любил, я рисовал на всем, на обоях, в общем, где только мог, на дневниках. Еще любил перерисовывать очень много, да, особенно, не знаю почему-то, мне в то время, раньше такие, помнишь, были отрывные календари, вот, на стене, и там бывает, ну, там же погода на них написано, да, вот, и лицо маленькое, да, оно такое, как ручкой было начерчено, допустим, какого-то там политического деятеля, а бабушка подойдет в очках, так, он говорит, не разгляжу я никак, кто это, Косыгин это ли, или Подгорный. И вот я брал их и перерисовывал, да, и мне очень прям вот, ну, я с этого леска ее там, я рядом повешу, бабуль, вот, она, ну, вот теперь вижу, да, и мне очень нравилось вот это все, политбюро, да, все, да, да, вот эти линии, да, и вот я на часах в то время рисовал тушью, скрывал часы, там мне было, наверное, лет 12-13, это сейчас стало модно, а в то время я уже здесь там купола рисовал, тушью закрывал, и часы стоили уже трешник. Понимаешь, такие вот моменты были. Рисовал я долго. Я рисовал, и когда на флот ушел и пришел, я в Москве я поступал в Высшее Строгановское вот это изобразительное искусство. Да, ну, уже все там, это был 85-й год, 1985-й. Я там и девушку с веслом, и все, и тени туда-сюда, в общем. А потом, когда повесили, ну, кто поступил, да, мы же там месяц ездили сидеть на подготовительный, то смотрю, у меня в списках нет, я что-то так подобиделся, я говорю, а мы там уже все, группа у нас там сложилась, да, там ребят, девчонки. Вот, а я такой, ну, как бы заводил, всегда был. Да, они говорят, слушай, у тебя в списках нет, я пришел, значит, ну, преподаватель, говорю, а что у меня в списках нет? Я говорю, я вроде тут вам все нарисовал. Старался целый месяц, приезжал. А они говорят, вы, Геннадий, у вас документы не все. Я говорю, в смысле не все? А потому что вот надо было, когда первый класс ты пошел,
Но надо было, чтобы у тебя еще было начальное в изобразительном искусстве, да, то есть надо было сразу тебя отдать в то время, чтобы еще была такая корочка, у тебя ее нет. Но тогда я взял листок, нарисовал комсомольский билет карандашом и говорю, вот вам. И, в общем, развернулся и ушел, не стал из меня художник. И меня жизнь понесла уже там. А Ольгу вы рисуете? А? Ольгу рисовали вы? Нет, сейчас я уже давно вот, перестал этим заниматься. Ну, нарисуешь. Ну, как-нибудь, да, возможно. Я любил карандашом, в основном рисовать тушь и такие вещи. До этого еще не дошло. Я когда служил в армии, очень много, ну, на флоте, да, парни, которые от меня видят или увидят, да, не знаю, кому я кучу наколок перерисовал. Ну, рисунки не колол, а рисунки альбомов. Было дело такое, да. Это вот единственное, да, в детстве хотелось мне стать художником. Ну, как-то не сложилось. Ну, подожди, может быть, у нас будет как-то мастерская. Мы все красиво там разложим, у тебя будет вдохновение. Да, у меня есть мечта. Почему я нет? Один раз ей сказал, говорю... Мы говорили об этом. Я говорю, любимая, как-нибудь я сделаю такой холст длинный, говорю, 10 метров, да. Вот, ну, да, вот я буду с одной стороны его рисовать, а ты с другой. Там. Вот сегодня вечером я так нарисовал. А потом где-то серьезки сойдемся, да, что у нас за картина получится. Да. Ну, что-то такое, какой-то конкурс в голове объявим. То есть очень интересно будет. Вот романтик. Да. Вот уже идея. Вот, да, поэтому... Давайте поговорим о современном поколении. Как вы считаете, есть что-то, чего им не хватает? Ну, трудностей, к примеру? Ой, моральных ориентиров. Сейчас, ну, во всех поколениях, наверное, говорят, да. Вот мой дедушка все время говорил, говорит, да, давно в мире живете, да. Вот тоже такая фраза от него была. Я говорю, ну, советская власть, а вас, говорит, избаловала, да. Я в то время немножко сначала не понимал, а потом тоже с годами понял, да. Я считаю, что у нас замечательная молодежь современная растет, да. Есть, конечно, какие-то пробелы, да, но время такое чуть-чуть, идеология где-то сдвинулась. Ну, не хватает немножко... Может быть, правильную идеологию сделать, но основное, то, что я считаю, да, все-таки надо вас, не то, что воспитывать, да, неправильно, да, а это должно быть с самого рождения, да. Вот я когда маленький был, да, рос, у меня дома на стенах очень много висело фотографий черно-белых. Вот мой дедушка, вот моя бабушка, вот мой дядя там, да, а вот это вот там дядя Витя, который тот-то-то. И вот глядя на эти фотографии, там дед в военной форме, да, то есть для меня постоянно герой, да. И то есть ты когда вот это видишь, у тебя есть связь такая вот невидимая, да, со своим родом. Это очень важный момент. А вот сейчас молодежь, да, она не виновата, да, но чуть-чуть перехлестнула куда-то в другую сторону. А это нельзя, да, почему? Потому что вот я рос и вырос, да, я знаю, что я внук победителя, да, что по-другому не будет никогда, да. То колено, башку сложи, преклони перед врагом. Никогда. Мой дед этого не делал. Да? И он в гробу перевернется, если узнает, что его внук будет с каким-то вот... Вот этого чуть-чуть не хватает, да, сейчас, в данный момент. Да? Потому что вот мое поколение, мы выросли на этом. И большая часть, скажем так, моих друзей, это верующие люди, знающие, чем они живут, чем жили их предки. Вот родовое вот это вот хозяйство, мне кажется, надо больше сейчас вот как-то вот молодежи дать, а то прям немножко все в телефоны ушли и думают, что этот телефон им кушать принесет. На самом деле все это не так, да? Это вот чуть-чуть утопия такая. Ой, спасибо вам большое, Геннадий, спасибо, Ольга, за то, что вы пришли к нам и за эту прекрасную беседу. Спасибо, что поэтому пригласили. Вот в одной, да, спасибо огромное, Марина, да, всем ребятам. У меня вот и в одной песне есть такие строчки, да. Не надо казаться быть честным, а лучше стараться им быть. Чтобы в голове не путались тексты, кому и как про себя говорить. У нас есть подарок, букет прекрасной ой, даме. Какая прелесть. Вот это аловерные. От нашего цветочного спонсора. Какая слушай, красотища. Ребят, такой, спасибо огромное. Вот такие прекрасные. Спасибо огромное. Спасибо.